вот идем. Уйти считаю благом. Мне даже не поспеть за вашим быстрым шагом. Прошу, сноха, прошу, вы оставайтесь тут. Все ваши проводы один напрасный труд. Все, что мы делаем, прямая должность наша. Ну почему вы так торопитесь, мамаша? Потому что мне весь этот дом постыл, и ваши дерзости сносить нет больше сил. Меня не ставят в грош, перечат, что ни слова поистине. Для них нет ничего святого, все спорят, все орут. Почтения нет ни в ком, да это не семья, а сумасшедшая. Я, милая моя, на свете нет служанки крикливее, чем и вы, и худшей грубиянки. Поверьте, и без вас я знаю, что и как. Но бабушка! Да ты что? Мой любезный внук, вы попросту дурак. Вам это говорит никто, как бабка ваша. И мной уже не раз мой сын, а ваш папаша предупрежден, что вы последний сорванец, которому еще... измучиться в конец. Но видите, известно всем, что вы его сестрица Тихоня и Стефоня. Скромнейшая девица, но хуже нет, чем сонная вода. И вы, не бойся, тайком бесенок хоть куда. Ну разве... Речь моя, быть может, вам обидно, но вы себя во всем ведете препостыдно. Вам надлежало бы пример им подавать, как это делала покойница, их мать. Вы расточительны, нельзя смотреть без гнева, когда вы рядитесь, как будто королева, чтобы понравиться супругу своему. Такие пышные наряды ни к чему. Но все ж, сударыня. Вас, сударь, не скрываю, я всячески люблю, ценю и уважаю, а все ж, будь я мой сын, я бы с большим трудом такого шурина к себе пускала в дом. Вы проповедовать изволите начало, которых бы весьма стеречься надлежало. Я правду говорю, я, сударь, такова и сердце, не таю правдивые слова. Ваш господин Тартюф устроился завидно. Он чистая душа, его не слушать. Стыдно. Как мне мириться с тем, чтобы ханжа нечестный господствовал у нас в дому, как деспот своевластный? И чтобы мы развлечься не могли, пока его уста свой суд не изрекли? И почему он с некоторых пор желает, чтобы никто к нам не ступал во двор? Уже ли грех такой, когда приходят гости, что надо сатанеть от бешенства и злости? Вы знаете, о чем я думала уже? Мне кажется, что он ревнует госпоже. Молчите, мысли мы такие рассуждения. Не он один сердит на эти посещения. Весь этот с грохотом снующий к вам народ и вечный строй карет, торчащих у ворот, и шумным сборищем толпящиеся слуги досадную молву разносят по округе. Быть может, в этом нет особого вреда, но люди говорят, и в этом вся беда. Так вам хотелось бы, чтобы все вокруг молчали. Была бы жизнь исполнена печали, когда бы мы начали скрываться от друзей, и страха перед тем, что скажет ротозей. Вы рассуждаете довольно неуместно, как добродетель Наранта всем известно. Святая женщина. Святая женщина. А говорят, она тем, что творится здесь, весьма возмущена. Пример чудеснейший и хороша особа. Я верю, что она не согрешит до гроба. Все это рвение внушили ей лета, и хочет или нет, она теперь свята. Пока пленять сердца в ней обитала сила, она прелестных чар нисколько не таила. Но, видя, что в очах былого блеска нет, решила обмануть ей изменивший свет и пышной святости густое покрывало набросить на красу, которая увяла. Всегда так водится у старых щеголих, им видеть нелегко, что все ушли от них.
Вот благоглупости, которые вам милы. И вам, я вижу, сударь мой, как будто бы смешно. Я быть записанной в шутихи не желаю, а потому сноха, прощайте, я смолкаю. Отныне этот дом я ставлю в пол цены, и вы меня к себе не скоро ждать должны. Ну что, осомлела, что ли? Ишь, рада бить баклуши, гром божий! Я тебе еще нагрею уши. Ну, заморашка! Ну! Я с ними не пойду, а то ведь долго ли опять нажить беду с такой старухою? Ох, я жалеть готова, что этого она не слышит слова. Вам показали бы, чего достоин тот, кто женщин, как она, старухами зовет. Как из-за пустяка она рассвирепела и как про своего Тартюфа сладко пела, а? Отец! Сейчас приехал муж, мой брат, я вас покину. Я ждать его пойду на нашу половину. Вы же для скорости с ним повидайтесь тут и побеседуйте с ним несколько минут. Поговорите с ним о свадьбе Марианы. Я уж хотел идти, но встретил вас. Небось, соскучились в деревне, не на шутку. Дарина! Милый друг, останьтесь на минутку. И чтобы у меня забота отлегла, позвольте разузнать про здешние дела. Ну, что тут за два дня случилось? Как вы? Что вы? Кто что поделывал? И все ли у нас здоровы? У барыни позавчера весь день был очень сильный жар и страшная мигрень. Ну, а Тартюф? Тартюф? И спрашивать излишне. Да родин свеж лицом и губы словно вишни. Ах, бедный! Вчера у ней была тоска. За ужином она не съела ни куска. Все так же голова болела прежестоко. Ну, а Тартюф? Тартюф? Томим дремотой сладкой. Он, встав из-за стола, пошел к себе украдкой. И в теплую постель без промедления лег, где и проспал всю ночь, не ведая тревог. Ах, бедный! Наконец ее уговорили. Она позволила, чтобы ей кровь пустили, и облегчение настало в тот же миг. Ну, а Тартюф? Тартюф? Он духом был велик. С собой жертвуя без всяческих условий, чтобы возместить ущерб сударыниной крови, за завтраком бутыль он осушил до дна. Ах, бедный! Но теперь окрепла и она. И я бегу скорее, чтобы ей сказать два слова о том, как рады вы, что барыня здорова. Она же вам в глаза смеется, милый зять. И не желая вас нисколько унижать, я прямо вам скажу, что это по заслугам. Но позволите ли страдать таким недугом? Как этот человек забрал над вами власть? И можно ли под его влияние так попасть, чтобы забыть про всех? Я понимаю, когда бы кров давали бедняку. Нет, это все пустое. Да вы его к тому же не знаете совсем. Пусть я его не знаю, но затем, чтобы человека знать, мне кажется, едва ли... Ах, если бы вы и впрямь его узнали, вы в восхищении остались бы навек. Вот это человек! Ну, словом, человек.
Тартюфу, да, вкушает мир блаженный. И мерзость для него все твари во вселенной. Я стал совсем другим от наших с ним бесед. Отныне у меня привязанности нет. И я ничем не дорожу на свете. Пусть у меня умрут мать, брат, сестра и дети. Этим огорчусь вот столько. Ей же ей. Я человечнее не слыхал речей. А если бы вам, как мне, пришлось его бы встретить, вы не могли бы его любовью не отметить. Ведь в храм ходил вседневно, тих, смиренно, молился близ меня, не вставал с колен. Все в храме на него смотрели с изумлением, таким он пламенным объят был исступлением. Из уст его слуги, который был, как он, узнав, кто он такой, что он всего лишен, я стал его кое-чем дарить, но каждократно. Меня он умолял частицу взять обратно. Нет, говорил он, нет, я взял бы разве треть? Не стою я того, чтобы меня жалеть. Когда на это я ему отвечал отказом, он тут же к нищим шел и раздавал все разом. И говорил, нет, не поступлю себе принципами. Нет, ни за что, ни разу. Тогда, вняв небесам, Тартюфу в дом я ввел. И с той поры мой дом поистине процвел. Он здесь за всем следит. И я доволен очень, что и моей женой он кровно озабочен. Он бережет ее от недостойных глаз, ревнивее, чем я, по крайности, 6 раз. Себе он сущий вздор меняет преступление, над каждым пустяком печалясь и скорбя. Так, например, на днях он упрекал себя за то, что изловил блоху, когда молился, и, щелкая ее, не в меру горячился. Да вы с ума сошли, ей-богу, мой родной. Или вы попросту смеетесь надо мной? Вы полагаете, что этаким безумством... Мой Шурин, ваш ответ проникнут вольнодумством. Оно и вообще в душе сидит у вас. И как я вам уже предсказывал не раз, себе вы этим вот... Накличите напасти. Так разглагольствуют все люди вашей масти. Вам нужно лишь таких, как сами вы, слепцов. И вольнодумец тот, кто зрением здоров. Поэтому вам страх внушает каждый зрячий, который думает и чувствует иначе. Ну где ж тягаться нам с философом таким? Во всем вы сведущие. Ваш суд непогрешим. Вы кладезь мудрости, пророк. В сравнении с вами все прочие должны считаться дураками. Не кладезь мудрости я судь, не пророк. Но благороднее не знаю я примера, чем люди, в чьих сердцах горит живая вера. И нет поэтому на свете ничего противнее, чем ложь, притворство, ханжество, когда клеветники без совести, без чести, личиной благости скрывая жажду мести, чтобы, вернее, сгубить того, кто им не мил, вопят, что он бунтарь против высших сил. И закатив глаза, принявши постный вид, смекают, кто... И чем? Зато их наградит. Любезный Шурин мой, вы все сказали? Да! Покорнейший слуга. Ну, сударь мой, оставим этот спор. Я слышал, милый зять, что за Валера дочь хотели бы отдать. Так? И вы условились, когда свершится брак? Да, верно. Вы отступаетесь от слова или нет? Прощайте. Нет ли кого случайно в гардеробной, чтоб там подслушивать? Здесь уголок удобный. Ну вот, все хорошо. Вы, Марианна, мне всегда казались и смиренную вполне.
Поэтому я вас всегда любил сердечно. Отцовская любовь цена мне бесконечна. Отлично сказано. И чтобы ее стяжать, вам следует отца всемерно уважать. Я больше всех заслуг стремлюсь к такой заслуге. Так. Что вы скажете о нашем новом друге? Кто? Я? Да. Но к своим прислушайте словам. Что я скажу? Все, что угодно вам. Ответ разумнейший. Скажите ж, что, мол, он от головы до ног достоинств редких полок, что вы пленились им, и вам милее всего повиноваться мне и выйти за него. А? А? Ну? Как? Ну что? Мне непонятно это. Как? Это вы о ком желаете ответа? Что я пленилась им, и мне милее всего повиноваться вам и выйти за него. Да о Тартюфе. О Тартюфе? Нет, отец, я лгать не стану. Что за охота вам склонять меня к обману? Я лжи не требую. То правдой быть должно. Довольно с вас того, что это решено. Как? Вы хотите? Да, мне нечего таиться. Я через вас хочу с Тартюфом породниться. На вас он женится. Вот только и всего. И так как вы всегда... Вам чего? Уж больно мило, я бы любопытно видно. Что так подслушивать являетесь бесстыдно? Не знаю и сама, по правде говоря. Откуда слух такой? Должно быть просто зря. Наслышанная я про эту свадьбу тоже. Да только это все на выдумку похоже. Как, вам не верится? Дочь моя, я говорю всерьез. Ой, полно, барышня, не верите вы папаше. Смеется он. Я вас! Бросьте шутки ваши. Мы не поверим вам. Прошу к моим словам. Да полно. Верим мы. И тем стыднее вам. Как, сударь, мыслимо ли, чтоб в этакие годы почтенный человек, почти седобородый, таким безумцем был, чтоб... Милая моя, у вас есть вольности в речах, которых я не потерплю. Я вас предупреждаю строго. Давайте говорить спокойно, ради бога. Вы просто, может быть, поздних людей не прочь. Да и на что нужна святоша ваша дочь? Он должен помышлять насчет других занятий. И что вам за корысть была бы в этом взяти? Где же ты видно, чтобы от таких деньжищ искали нищего? Молчите! Коля нищ, так он становится для нас еще почтенней. Такая нищета всех кладов драгоценней. Превыше роскоши он ею вознесен. Затем, что сам себя дал обездолить он своей беспечностью к богатствам быстротечным и нерушимою любовью к благам вечным. А вы подумайте хотя бы о доброй славе и о последствиях, которых ждать мы вправе. Ведь если девушку к венцу насильно весть, то может пострадать супружеская честь. Ее желание быть мужа верным другом зависит от того, кто будет ей супругом. Те, кому перстом повсюду тычут в лоб, те сами делают из жен таких особ. И кто приводит дочь насильственно к венцу, за все ее грехи ответствует Творцу. Какой себе удел вы строите жестокий? Смотрите, у кого я должен брать уроки? А вам не вредно бы учиться у меня? Дочь моя, оставим, все это пустое. Я вам отец, и я вам не хочу дурного. Вы скажите, что я уж дал Валеру слово, но сверх того, что он, как говорят, игрок, в нем вольномыслие сидит еще порог, я замечал, что он внушается церквами. Надо, чтобы он бежал туда за вами и выставлял свое усердие на показ. Об этом, милая, не спрашивают вас. А у Тартюфа все по части неба гладко, и это всякого полезнее достатка. Для вас же этот брак, ну, просто будет клад.
сплетение утех и всяческих услад. Вы с милым другом все забудете на свете, как пара голубков, как маленькие дети. Он вас убережет от всяких передряг, а вы им будете вертеть и так и сяк. Она ему наставит нос, поверьте. Молчите вы! О, вы только предъявите! С ним вашей дочери не уберечься зла! Да замолчите! Как добродетельно она бы не была! Молчите! Вы сказать слова не даете, перебиваете, всюду нос суете! Я в вашем же покое хлопочу! Забота лишняя, я слушать не хочу! Я бы не любила вас! Прошу вас и любите! Но я вот вас люблю! Хотите, не хотите! О! Я не потерплю, чтоб вашу честь таскал с порога на порог! Да слушай, зубоскал! Да замолчите вы! Да, к союзу! Ведь это право же на совесть брать обуду! Умолкли ты! Я тебе взмовенный всем! Что это? Богомол, и вдруг приходит в гонье. У меня вся желчь кипит. От этой чуши прошу тебя, молчи, не терзай мне уши. Молчу, но думаю при этом про себя. И думай, Бог с тобой, но только не трубя об этом вслух. И то смотри. Я зрело взвесил все. Мне молча слушать это, да я взбешусь. Так на ветер словами я сорю. Что вы? Разве же я с вами говорю? А что ж ты делаешь? Я говорю с собой. Отлично. Если я чего-нибудь достою, я глотку ей заткну. Вот эту ее рукою. Вы, дочь моя, должны одобрить выбор мой. Поверить, что супруг, которого сначала... Что ж ты не говоришь? Я все уже сказал. Ну, хоть одна словца. Я на слова скупа. А я так ожидал. А я не так глупа. Короче, вы должны явить повиновение и всепокорнейше принять мое решение. Кто выйдет за него, не выжив из ума? За чума! С которой без греха нам не прожить и суд. Я говорить не в силах больше, кроме шуток. Мне кровь горит от дерзостей таких. И я хочу пройтись, чтобы мой гнев утих. Вы что же, я спрошу? Лишились, видно, речи, и просто вашу роль взвалили мне на плечи. Вам предлагается неслыханнейший бред, и хоть бы полсловца нашлось у вас в ответ. Ну что же делать мне против отцовской власти? А то что следует против такой напасти? Ну что? Сказать ему, что всякий любит сам, что не ему вступать в замужество, а вам. Что так как дело вас касается всех ближе, то надо, чтоб не он его решал, а вы же. И что, коли Тартюф его душе так мил, то пусть бы на себе его он и женил. Отцу мы никогда ни в чем не возражаем, любой его приказ в семье не пререкаем. Послушайте, кому вас обещал отец? Вам дорог ваш Валер или любви конец? Как ты мою любовь, Дарина, судишь ложно, да разве же о том и спрашивать возможно? Ведь сердце пред тобой открыло я вполне, и знаешь ты сама, как он желанен мне. Ну, а с намерением папаши что же будет? Ах, я себя убью, коли меня принудят. Ах, просто силы нет. Ты лучше мне подай какой-нибудь совет. Покорная слуга. Дарина, ради бога. Вас надо наказать. Туда вам и дорога. Мой друг. Нет. Если я не скрою ничего. Нет. Вам сужден Тартюф. Отведайте его. Я верила тебе. И мне твое злословие теперь... Нет. Кончено. Тартюфтесь на здоровье! Дарин! Ради бога! Тартюфтесь на здоровье! Тартюфтесь на здоровье! Тартюфтесь на здоровье! Дарина! Нет, нет! Не
терзайтесь же. Путем искусных мер возможно помешать. О, вот и ваш Валер. Сударыня, меня обрадовали вестью, что можно вас поздравить с редкой честью. А что? Вам сватают Тартюфа. Да. Отец желает, чтобы я шла с Тартюфом под венец. Ну как же, ваш отец переменил решение. Он сделал мне сейчас такое предложение. Как? В самом деле, так. Он очень горячо стоит за этот брак. А вам, сударыня, сказать не будет трудно. Как думаете вы? Не знаю. Это чудно. Не знаете? Нет. А ваш каков совет? Да взять его в мужья. Естественный ответ. Так это ваш совет? Да. Не шутя? Еще бы. Приятно стать женой столь избранной особы. Ну что же, ваш совет, пожалуй, я приму. И рады будете последовать ему? Не меньше, чем подать его, вы были рады. Я подал вам его, чтобы устранить преграды. А я приму его, чтобы не печалить вас. Посмотрим, что у них получится сейчас. Вот как вы любите. Так значит, наша встреча... Я вас прошу, оставим эти речи. Вы заявили мне без дальних слов, что я должна послушаться и взять его в мужья. А я вам говорю, что и решим на этом. Вы ко мне пришли с таким благим советом. Показывать, что я же виноват, смешно. У вас заранее все было решено. Вам нужен лишь предлог, будь он пустей пустого, чтобы удобнее свое нарушить слово. Что ж, вам запрета нет, будьте такого мнения. Да, мне запрета нет. Но в гневе оскорбления я ваши замыслы, быть может, упряжу. Я знаю, к чьим ногам я сердце положу. Вас верно ждет успех, у вас достоинств много и всем. Достоинства оставим, ради бога. Что ими беден, я мне доказательный. Но, может быть, не все душой так чувствуют. Есть одна душа, чья доброта, я верю, готова, не стыдясь, мне возместить потерю. Потери так мало, что это не беда, вы в ней утешитесь без всякого труда. Да вот, я прошу. Я все сегодня же исполнить поспешу. Отлично! Но помните, что вы на это сами меня толкаете своими же руками. Да! На! И что за забвение еще на стороне? Я следую лишь вам. Вы следуйте мне. На! Но будет счастливо узнать одна особа. Тем лучше! Расстанемся до гроба. И в добрый час. Меня вызывали? Я? Ничуть. Прощайте же, сударыня моя. Прощайте, сударь мой.
вашим милым шуткам, я вижу, что и вы, и он больной рассудком. И я давала вам весь этот вздор нести, чтобы посмотреть, к чему он может привести. Эй, господин Валер! Чего тебе, Дарина? Пойдите-ка сюда. Что ты затеяла? Какая польза в этом? Хочу вас помирить и вам помочь советом. В своем ли вы уме? Вдруг? Эдакий задор. И ты же слышала, какой был разговор. А вы с ума сошли. К чему надули губки? Ведь ты же видела сама его поступки. Все это глупости. Она весь пламень свой вам дарит одному. Ручаюсь головой. Он любит вас одну. И никого другого не хочет, кроме вас. Я присягнуть готова. Зачем же мне тогда давать такой совет? Зачем мне спрашивать, когда сомнений нет? Вы сумасшедшая. Давайте руку. Не мешкайте. Смелей. Ну кто, когда и где друг другу был милей? Неужто трудно вам побыть со мной рядом? Зачем смотрели вы таким недобрым взглядом? Как люди от любви глупеют всякий раз. Я же вправе был обидеться на вас. И разве вы себя не показали злюкой, терзая душу мне такой ужасной мукой? А вы, ну как могло сорваться с языка? Ставим спор на после, а пока... Подумаем насчет злосчастной этой свадьбы. Так посоветуй нам, скажи, чем помешаться. Мы будем действовать пока и так, и сяк. Сюда идут, ступайте. Если вы прибегнете к друзьям, скорее исполнится обещанное вам. Ступайте. Несчастлив, если кто решится предвещать. Ах, вот уж мастера влюбленные трещать. Ступайте. Ну? Потом. Что за болтушки? Право! Налево, сударь мой! Сударыня! Направо! Пусть разразит меня на этом месте гром. Пусть прослыву везде первейшим подлецом, кто-ли дам сломить себя почтением или страхом. И сам всего не порешу единым махом. Помилосердствуйте, умерьте гневный пыл. Не все сбывается, чего душа хотела. И путь не короток от замысла до дела. Я должен прекратить проделки наглеца. Уж я ему скажу таких 2-3 словца. Нет, нет. Надзор за ним, равно как за папашей, вы лучше мачехе припоручите вашей. Над мыслями ханжи она кое в чем властна. Он кротко слушает, что не скажи она. И даже, кажется, влюблен в нее. Безгрешно. Ах, если бы и впрямь. Вот было бы потешно.
Ей хочется иметь с Тартюфом разговор. Узнать, что думает он с некоторых пор. Не о женитьбе ли ведет с отцом беседы. И показать ему, какие выйдут беды, коль он таит надежд хоть маленький запас. Слуга его сказал, он молится сейчас, но скоро спустится. Я буду дожидаться, а вам уже никак нельзя здесь оставаться. Я разговор не поврежу ничем. Нельзя, оставьте их вдвоем. Я буду не. Вы смеетесь, что ли? Все знают ваши вспышки, а это верный путь испортить мои делишки. Я себя сумею при вас мочь. Несносный, он идет. Скорее бегите прочь. Вам что? Хочу сказать... Но только Бога ради. Пожалуйста, сперва возьмите мой платок. Зачем? Прикройте грудь, чтобы я вас слушать мог. Нам возмущают дух подобные предметы. И мысли пагубным волнением согрет. Уже ли вам соблазн так трудно побороть? И столь чувствительно на вас влияет плоть. О вашей пылкости не мне иметь суждение. Но я не так легко впадаю в вожделенье. И даже увидав... В чем родила вас мать? Ей тогда себя сумела б удержать. Нельзя ли быть скромнее хотя бы наполовину? А иначе я вас немедленно покину. Я и сама мешать не стану вам. И вся эта речь моя сведется к двум словам. Так вот что, барыня желала быть здесь вскоре и очень просит вас о кратком разговоре. Ах, с удовольствием. Где гневные слова? Ей-ей, мне кажется, что я была права. Когда ж она придет? А это не она ли? Она и есть. Уйду, чтоб вы меня не гнали. Пусть благодать небес, источник всех щедрот, вам здравие души и тела ниспошлет, и благоденствие, как их об этом молит смиреннейший из всех, кому их свет был пролит. Я благодарна вам за добрые слова. Но только, может быть, присядемте сперва? Так вы оправились от вашей лихорадки? Да, это приступ был. По счастью, очень краткий. Увы, моих молитв чрезмерно скромен вес, чтоб ими я снискал внимание небес. Но я не возносил ни одного моления, в котором бы для вас... Не жаждал исцеления. Мне право совестно такую слышать речь. Чтоб ваше нежное здоровье оберечь, готов я своему нанести ущерб здоровью. Так христианскую не велено любовью, и перед вами я в весьма большом долгу. Для вас я сделал бы и больше, чем могу. Мне с вами кое о чем поговорить бы надо. Никто не слышит нас, и этому я рада. Я этим восхищен. И с вами сладко мне, сударыня. Вот так, побыть наедине... Об этом я давно мечтал, с тоскою жгучей. И небо, наконец, мне посылает случай. Хотела я задать вопрос вам небольшой, но отвечайте мне с открытой душой. Я сам мечтал о счастье высоком. Все сердце целиком явить пред вашим оком. Сказать, что если я и сетовал о том, что прелесть ваших чар... манит всех в этот дом, то был руководим отнюдь не неприязнью, а только рвением и набожной боязнью, порывом... В том уверена была, вас о моей душе забота увлекла. О да, сударыня, и для ее спасения... Ой-ой, не жмите так. Ах, то избыток рвения, и если сделаю я вам больно хоть слегка, где? То я готов. Где у вас рука? Я бархат пробую, какой он обработан. А нет, пожалуйста, я не... Какие славные, ей-богу, кружева! Какого в наши дни достигли мастерства! Мы, кажется, во всем доходим до предела. Вы правы. Ну, нельзя ли вернуться к сути дела? Я слышала, мой муж замыслил новый брак. И прочит дочь за вас. Скажите, это так? Об этом речь была, но... Должен вам признаться, совсем не к этому мои мечты стремятся. Иные прелести мой привлекают взгляд, и вожделенное блаженство мне сулят. Считала я, что вас не обольстит земное. Нет, сердце у меня в груди не ледяное. Я думала, свой взор вы к небу возвели, и вам неведаны желания земли. Любовь
влекущая к красотам вечным. Не гасит в нас любви к красотам быстротечным. Легко умилены и очи, и сердца пред совершенными созданиями Творца. Ведь то его лучи сияют в вам подобных. Но в вас он сочетал всю прелесть чар беззлобных. Он вашему лицу дал прелесть красоты, смущающую взор, влекущую мечты. Я не в силах зреть ваш облик совершенный, не восхищаясь в нем создателем вселенной, и пламенной любви не повторять слова пред самым редкостным созданием божества. Вы можете мне дать блаженство и страдания, и всю мою судьбу решает ваш ответ. Я счастлив, если да, несчастлив, если нет. Вы очень горячо излили ваши чувства. Но кто же ожидал от вас подобного искусства? Ежели у вас так беззащитна грудь, то вы подумали хотя бы хоть чуть-чуть? Благочестивый муж, который с целым светом... Да, я благочестив. Но человек при этом. Со мной ваша честь вполне ограждена. И ни малейших жертв не требует она. Ведь мы горим невидимым огнем. И никогда никто не узнает о нем. Мы так заботимся о нашей доброй славе, что наши милые тревожатся не вправе. И награждаем тех, кто с нами был не строг, любовью без молвы и негой без тревог. Хоть вы и истратили все красноречие ваше, но содержание отнюдь не стало краше. А не боитесь вы, что я сейчас возьму и расскажу о вас супругу моему? Так из-за вашего любовного недуга вы потеряете испытанного друга. Я знаю, что ваш дух высок и незлобив. И вы простите мне мой дерзостный порыв. Другой, может быть, просили бы напрасно. Но вас помиловать я все-таки согласна. Я мужу так и быть, ни слова не скажу. Но и на вас зато повинность наложу. Содействовать тому, но честно, без обмана, чтобы вступили в брак Валер и Мариана. Отнюдь не посягать в ущерб чужим правам на ту, которая принадлежит не вам. И... Нет, сударыня! Нельзя молчать об этом! Я быть готов свидетелем пред целым светом и показать ему воочию, наконец, кто этот про любовь поющий вам наглец. А ему пусть лучше он изменит поведение и постарается снискать мое прощение. Так обещала я и порешим на том. Я не охотница вносить шумиху в дом. Любая женщина, как я, на это взглянет, и мужу докучать безделица не станет. Да этим случаем я небесам обязан, мне казалось бы позорнее всего держать его в руках и упустить его. Я мешкать не люблю, и дело кончу сразу. Ну вот, все точно по заказу. У нас тут новости для вас припасены, и вы окажетесь весьма удивлены. Вы, ваши милости, дарили не без прока, и этот господин вам отплатил широко. Не зная, что в своем усердии изобрести, он, наконец, решил похитить вашу честь. И здесь я слышал сам, как ваша супруга поведала о своем любовном к ней недуге. Она по кротости и доброте души хотела все это похоронить в тиши, но я потворствовать обману не желаю. Еще бы что, смолчав, я вас же оскорбляю. Я убеждена, что мелочью такой смущать не следует супружеский покой. И вздором честь не может запятнаться. Такой мой взгляд. И вы могли бы так взглянуть до мисс, когда бы со мной считались хоть чуть-чуть. Что слышу я? Как? Мыслимо ли это? Да, брат мой, я злодей, гад, поношение света, несчастная душа, погрязшая во зле, последний негодяй из живших на земле. Мой каждый помысел исполнен гнусной скверны. Вся жизнь моя злодейств, клубок неимоверный, но небо, наконец, грехи мои кляня, по справедливости
унизила меня. Так верьте же всему. Творите ваш закон. И как преступника меня гоните вон. Брат! Как плут! Ты думаешь, что этой клеветой затмится чистота души его святой? Так, двоедушное смирение лицемера вас может убедить. Молчи! Всему есть мера. Нет, пусть он говорит. Я просил бы вас принять с доверием услышанный рассказ. Он, без сомнения, вполне правдоподобен. Почему вы знаете, на что Тартюф способен? Или вас видимость в обман успела ввесть? И лучше я кажусь для вас, чем есть. Нет, нет, по внешности меня судить не нужно. И я совсем не то, чем я кажусь наружно. Все думают, что я безгрешная душа, а правда то, что я не стою ни гроша. Бичуйте же меня. Зовите кровопийцей, злодеем, извергом, разбойником, убийцей. Еще позорнее давайте имена. Но я спорить не хочу, я заслужил сполна. И всякое клеймо приму, склонив колени, как воздаяние за годы преступлений. Ну это слишком, брат. А ты, сердцем глух, предатель. Эта речь вам так ласкает слух? Он желегодник, брат. Встаньте, умоляю. Злодей. Он мог... Молчи! Отец! Я заявляю! Мой брат, не гневайтесь, я Богом вас молю. Я был бы рад пойти навстречу пытки злейшей, чтобы от царапины спасти его малейшей. Неблагодарный! Да я на коленях рад молить вас за него! Вы шутите, мой брат! Вот сердце, смотри! Я... Молчи! Как? Я... Ни слова! Я знаю, почему ты оскорбил святого. Он ненавистен вам! И вот я вижу вдруг восставших на его жену, детей и слуг. Вы прибегаете к бесстыдным всяким комам, чтобы этот праведник не жил под нашим кровом. Но чем усерднее его хотят изгнать, тем крепче я с собой хочу его связать. И дочери моей... Он должен стать супругом, чтоб дерзостной семье воздалось по заслугам. А! Ее хотят вести насильно под венец. Да, да. Сегодня же назло вам всем наглец. Я вас не боюсь. Пусть всякий здесь узнает, кто в доме господин и кто повелевает. Скажи, что ты солгал, негодный плут, и сам. Проси прощения, упав к его ногам. Я мошенника, чтоб перед этой дрянью... Ах, ты упорствуешь и отвечаешь бранью. Где палка? Палка! Где? Нет! Нет, нет, оставьте нас. Вон! Из дому изволь убраться сей же час. И больше моего не приступать порога. Ну что ж, я ухожу, но... Скатертью дорога! Отныне ты лишен наследства, и притом ты проклят висельник своим родным отцом. Thank you.
так тяжко оскорбить безгрешную особу. Господь, прости ему его слепую злобу. Когда б могли вы знать, как больно, милый брат, мне видеть, что меня пред вами так чернят, мне так мучительно. Я словно весь в жару, не в силах говорить, и, кажется, умру. Ну, успокойтесь, брат, и проясните взор. Пора кончать весь этот разговор. Я вижу, что сюда вношу одну тревогу, и лучше мне, мой брат, собраться в путь-дорогу. Вы шутите? Меня не любят здесь, и вам хотят неверие внушить моим словам. Так что же, разве я послушен их наветом? Они упорствовать и дальше будут в этом. И то, что клеветой зовете вы сейчас, вполне вас убедит в другой, быть может, раз. Нет, брат мой, никогда. Ах, брат, я знаю. В чуже жена всегда найдет душевный отклик в муже. Нет, нет. Пусть я уйду. И с этого же дня лишу их повода преследовать меня. Нет, вы останетесь, я не снесу разлуки. Ну что ж, придется мне сложить смиренно руки. Но все же, хорошо молчу. Но только лишь одно вам предложить хочу. Честь мнительно, я обязан дружбы ради пресечь все росказни, все поводы к досаде. Встреч с вашей женой я буду избегать. Нет, нет, назло им всем. Вам нужно с ней бывать. Пусть люди бесятся, я только счастлив буду. И я хочу, чтобы вас встречали с ней повсюду. Но мало этого, я не страшусь молвы. И не хочу других наследников, чем вы. И я сегодня же, причем без промедления, снабжу вас дарственной на все мои владения. Правдивый и честный друг, мной избранный в зятья, мне ближе, чем жена и сын, и вся семья. Надеюсь, с моим решением вы согласны? Мы воле Божией противиться не властны. Составим акт, а тут пускай от зависти все лопнут и помрут. Oh,
Я скрывать не вправе, что этот шум не служит к вашей славе. Уже ли христианин забудет долг прощения? Я повторяю вновь, скрывать от вас не буду, что этим случаем возмущены повсюду. Так лучше, чтобы вы, чтобы смягчить сердца, с Домисом поскорее помирите отца. Всей вашей злобою пожертвуйте Богу и успокоите семейную тревогу. Вы, как этого хотелось бы и мне. Я сам ему во всем сочувствую вполне. Я все ему простил. На все смотрю безгневно, и услужить ему я был бы рад душевно, но небу это вред могло бы принести. Коли он воротится, мне надо бы уйти. Раз он меня винит в таком поступке грязном, мое общение с ним грозило бы соблазном. Бог знает, что тогда подумал бы народ. Как? Суетная мысль о мнении народном вам может помешать в поступке благородном? Нет, будем делать то, что небо нам велит. И совесть нам всегда подаст надежды щит. Я вам уже сказал, что я его прощаю. Так небо мне велит, так я поступаю. Но после всех его поклепов и обид, делить с ним этот кров мне небо не велит. А вам оно велит отцу давать потачку, когда он здесь чудит и порит вдруг горячку и молча, принимать подарок от него имение, где бы взять не вправе ничего? Не скажет ни один свидетель справедливый, что я руководим желанием наживы. И если правильным, мне кажется, решение принять из рук отца такое подношение, то только потому, по правде говоря, что ведь имущество могло пропасть бы зря. И грешники, наследники имения могли бы дать ему дурное применение, не обратив его, как сделаю я сам, на благо ближнего в угоду небесам. Как невозвышенны такие опасения. Наследник может быть совсем иного мнения. Так разрешите же, пожалуйста, ему имение свое устроить самому. Не лучше ли для вас, чтобы он владел им плохо, чем слышать, что Тартюк грабитель и пройдоха? Чем чтобы ради вас, без видимых причин, родным отцом был изгнан юный сын? Поверьте, сударь мой, что в нашем грешном мире едва ли... Сударь мой... Без 24. Долг благочестия зовет меня сейчас. Вы простите меня, коль я покину вас. Наш долг помочь бедняжке Марианне. Да. Сочахнуть долго ли от этих страданий? С тех пор, как знаем мы решение отца, ее страданиям и мукам нет конца. Сейчас он будет здесь. Объединимся дружно, чтобы уговорами... Чтоб силы, если нужно... Склонить жестокого оставить мысль свою. Ну, разумеется, не всегда монашки. Как только их страстям отец не даст поблажки. Вставайте! И чем вам противнее супруг,
тем больше дочь моя зачтется вам заслуг. Плоть умерщвлять вы можете и браком. А я до глупости их ныканье не лаком. Как так? Что? Прошу, чужой не суйтесь огород. Я требую от вас, чтобы вы закрыли рот. Когда принять совет, вы были бы согласны? Советы, Шурин мой, у вас всегда прекрасны. Они обдуманы, я их весьма ценю. Но не посетуйте, коль я их отклоню. Вот я на вас гляжу и развожу руками. Как вашей слепоты не видите вы сами. До чего же он любезен вам и мил, коль вы забыли все, что здесь он учинил. Покорнейший слуга. Я это понял разом. Да. Вы снисходительны к Дамисовым проказам. И на него у вас не поднялась рука, когда он оскорбить задумал бедняка. Я словом знаю все и не даюсь обману. Я вашей слабости дивиться не устану. А что вы скажете в неверии своем, когда увидите, что мы отнюдь не лжем? Увижу. Да. Отстор. Но если б вам сумели все это показать и доказать на деле. Смешно. Вот человек, ответьте же хоть раз. Я веры на слово и не прошу от вас. А если б как-нибудь вы убедились сами во всем, своими же глазами и ушами, что вы сказали бы про друга своего? Тогда бы я сказал... Ну, словом, ничего, вся эта болтовня. Нет, надо кончить с этим. Мы на упрек во лжи немедля вам ответим, и нужные шаги я тотчас предприму, чтобы вы сделались свидетелем всему. Ловлю вас на слове. Я посмотреть согласен. Что-то получится у вас из ваших басен. Зовите же его. Боюсь, что хитрый плут все же догадается, зачем его зовут. Нет. Мы доверчивы, когда другого любим, а самолюбим себя и вовсе губим. Зовите же его. Оставьте нас вдвоем. Вы ж слушайтесь меня и спрячьтесь под столом. Что, что? Вам надобно как можно лучше скрыть. Зачем же лезть под стол? Прошу поторопиться. Что я придумала, узнаете потом. Залезайте же скорее. И при том смотрите, чтобы он вас не видел и не слышал. Я в незлобивости за все пределы вышел. Ну что ж, посмотрим, как же справитесь вы с ним. Надеюсь, кто был прав, мы сразу разъясним. Я будто нужен вам, так передали мне. Да. Вам хотят сказать кое-что наедине. Но только прежде дверь как следует замкните, и нет ли там кого поблизости, взгляните. Я вовсе не хочу, чтобы постигла нас такая же беда, как в прошлый раз. Неосторожным быть, как видите, опасно. Да, мисс перепугал меня тогда за вас ужасно. И вы же видели, я не жалела силы. Уговорить его, чтобы он не доносил. Признаться, до того смутилась я сначала, что правоты его опровергать не стал. Но это нам зато убавило хлопот, и дело приняло тем лучше оборот. Гроза рассеялась. При вашем обаянии увидеть истину мой муж не в состоянии. Чтоб всем наперекор поставить на своем, от нас он требует все время быть вдвоем. Вот почему сейчас я, не боясь упрека, здесь с вами заперлась, от глаз людских далек. И душу вам открыть решаюсь я свою. Быть может, слишком уж нестойкую в бою. Как мне, сударыня, понять такие речи? Язык ваш был другим при нашей прошлой встрече. Ах, если может вас гневить такой отказ, как сердце женщины неведомо для вас. Уже ли не ясно вам, какие чувства скрыты под недомолвками такой плохой защиты? В подобных случаях стыдливость всякий раз в боренье с нежностью, объемлющую нас,
Как торжество любви для нас не очевидно, нам признаваться в нем всегда немножко стыдно. Мы не хотим сперва, но наш при этом вид готов изобличить, что мы роняем щит. Что это лишь слова звучат так благородно, и что такой отказ сулит все, что угодно. Ну, раз уж мы пришли к такому разговору, ужель с Дамисом я затеяла бы ссору? Ужель не знала бы, чем охладить ваш жар, когда вы сердце мне свое преподносили в дар? Ужель таким путем я повела бы дело, когда бы этот дар отвергнуть захотела? А помните, я требовала так, чтобы с Марианной вы не вступали в брак. То разве, боже мой, такое настояние не значило, что вам оказано внимание, и просто не хотят, чтобы вы и тут, и там сердечный пламень свой делили пополам? Поверьте, то восторг ничем невыразимый. Столь сладостным словам внимать из уст любимый. Их мед струит томительной волной усладу, никогда не веданную мной. Вам нравится моя единая отрада. И сердцу моему небесная награда. Но вы позволите, сударыня, ему еще не доверять блаженству своему? Быть может, попросту хотите вы добиться, чтобы я взял назад намерение жениться? Если говорить вполне открыто вам, я верить не хочу заманчивым словам, пока хоть чуточку столь вожделенной ласки не подтвердит того, что это все не сказки, и сердце моего не убедит вполне в прелестной доброте, проявленной ко мне. Вам нужно торжества добиться чуть не силой и тут же исчерпать всю нежность вашей милой. Для вас стараются. Такую держат речь, а вы желаете всем этим пренебречь. И в алчности своей вы ничему не рады, пока не рушатся последние преграды. Чем недостойнее мы, тем меньшего мы ждем. И сомневаемся, естественно, во всем. Дабы увериться в блистательном уделе, нам хочется сперва вкусить его на деле. Я вашей милости так мало заслужил, верить счастью не обретаю силы. Мне оно казаться будет дымом, невоплощенное в чем-либо ощутимое. Но как я соглашусь с желанием таким, не оскорбив небес, которые мы чтим? Ах, только небеса для ваших чувств преграды. Но этих трудностей смущаться вам не надо. И устранить я буду только рад. Но нас огнем небесным так страшат. Ах, то, сударыня, пустые опасения. Я знаю верный путь, чтобы устранить сомнения. Есть запрещенные утехи, это да. Но с небом человек устроится всегда. Для разных случаев, встречающихся в мире, науки есть о том, как совесть делать шире и как оправдывать греховные дела тем, что в намерении не заключалось зла. Я эти способы охотно вам открою. Вы только дайте мне руководить собой. Не бойтесь ничего. Доверьтесь мне вполне. За все в ответе я. И этот грех на мне. Как вы простужены. Горло так и гложет. Глотите чуточку лакрицы, вам поможет. Кашель мучает меня и день, и ночь. Тут никакой лакрицы не помочь. А как это горестно. Да, просто нет терпения. Открыть бы надо дверь сейчас скорее и посмотреть, не ходит ли мой муж теперь по галерее. Охота тоже вам заботиться о нем. Вот уж кого всегда мы за нас проведем. Он будет все, как есть, по нашим меркам мерить. Я научил его своим глазам не верить. Нет, вы бы все-таки прошлись немного там и посмотрели бы вокруг по сторонам. Вот я вам доложу, мерзавец знаменитый. Очнуться не могу. Я словно как убитый. Как, сударь, вы уже? Кто ж приглашает вас? Пожалуйте назад. Еще не пробил час. Дождитесь до конца, чтоб не было сомнений. И не пугайтесь так простых предположений.
Нет ничего гнусней, не извергал и ад. Нельзя же, боже мой, судить так наугад. Вам раньше следует воочию убедиться. А то, поторопясь, легко и ошибиться. Судьба полна забот о счастье моем. Все комнаты внизу я вошел кругом, не встретив никого. И в этот миг счастливый... Ай! Олегче, милый мой. Уж больно вы ретивы, и страсти чересчур волнуют вашу грудь. Так вот, как праведник, меня хотят надуть. Как вы податливы любовному недугу, вздыхать о дочери и соблазнять супругу. Мне все не верилось, когда я слышал вас. Я думал, это сейчас изменится, сейчас. Но доказательства свидетельствуют дружно. С меня достаточно. И больше мне не нужно. Окольные пути мне, право же, чужды. На хитрость я пошла из крайней лишь нужды. Как? И вы верите, что я... Довольно споров. Проваливайте вон без всяких разговоров. Мой долг. Такой язык здесь больше не в чести. Вам должно из дому немедленно уйти. Уйти придется вам. Как вы не горячитесь. Дом мой, и в этом вы наглядно убедитесь. Я докажу, что обмануть меня такая гнусная не может западня. Что происки моих злодеев я раскрою. Что я расправиться сумею с клеветою. Отмстить за небеса и в ступе истолочь тех, кто меня грозит прогнать отсюда прочь. Что это значит все? Чем вам грозил пройдоха? Признаться, я смущен, и дело очень плохо. Как так? Ну и попал в просак я с этой дарственной. Ничто мне не поможет. Но есть еще одно, что душу меня тревожит. А что? Скажу потом. Сейчас важнее всего проверить, где ларец, стоявший у него. Для начала нам с вами все-таки отнюдь бы не мешало совместно обсудить, что предпринять теперь. Мне этот мой ларец тяжелее всех потерь. Меня его судьба волнует чрезвычайно. В нем что же, важная какая-нибудь тайна? Его вам дал Аргас, ваш злополучный друг. С тем, чтобы я его не выпускал из рук. Он верил мне его, когда лежал в изгнании. Ларец бумаг. От них и состояние, и жизнь его зависит целиком. Откуда же, клиент, вы знаете о том? Все знаю от него. Так как же вы могли таким быть простаком? Как? Под обличием столь искреннего рвения таить столь хитрый нрав, столь злые побуждения. Ведь я его пригрел, вскормил в семье своей. Нет, больше не хочу порядочных людей. От них я в ужасе готов бежать повсюду и с ними поступать. Свирепить черта буду. Ах, чтобы промах свой исправить, почему же вам надобно впадать в ошибку вдвое хуже? Если вас надул бесчестный лиходей, считать бесчестными порядочных людей.
сын мой. Верьте мне, я в сокрушении духа. Постойте, я ему отрежу оба уха. Пускай попробует нас устрашать, наглец. Нет, проська моего я положу конец. Его пристукну я, и мы спокойны будем. Такая речь к лицу лишь очень юным людям. Оставьте вашу прыть. Здесь ни к чему она в стране, где мы живем. И в наши времена решать дела насилием не годится. Бабушка приехала. Мамаша. Госпожа Пернель. Что это? Говорят, здесь ужас, что творится. Да. Этому всему свидетелем я сам. И вот как за добро отплачивают нам. Ах, бедный. И я, мой сын, отказываюсь верить, что он способен был так низко лицемерить. Ну как так? От зависти себя не уберечь. Я не пойму, мамаша, что значит ваша речь? А то, что здесь живут не так, как нужно. И ненависть к нему весь дом питает дружно. Причем тут ненависть? Позвольте вас спросить. Я ли с детских лет пыталась вам внушить, кто добродетелен, тех травят бесконечно. Завистники умрут, но зависть будет вечна. Какая в этом связь с тем, что наделал он? Он кем-нибудь опять безвинно очернен. Я говорю о том, что видел самолично. Лукавство клеветы бывает безгранично. Меня вы бесите. Поймите вы меня, я видел этот срам вот здесь, средь бела дня. Людские языки ужасно ядовиты, и против этого нет никакой защиты. Мне просто совестно внимать таким речам. Я видел... Видел все, поверьте! Видел сам, как вижу вас! Или вы лишили слуха? И надо просто раз кричать вам в оба уха! Нередко видимость обманывает нас! Опасно доверять тому, что видит глаз! Я сам не свой, ну! Мы все на подозрения падки! И в том, что хорошо, поступок видим гадкий. Я должен отнести к числу благих забот желание обнять мою супругу. Кто хочет обвинить, не вправе торопиться. Вам надлежало бы точнее убедиться. Куда же еще точнее, чертов прах? Я должен был смотреть, как на моих глазах он... Смотри, матушка, такое скажешь, право. Нет, слишком дух его настроен величаво. И воспринять моя не может голова, чтоб он хотел того, что говорит молва. И будь вы матери моей, не знаю, что бы я вам на это вот сейчас наговорил от злобы. Вам, сударь, платится по вашим же делам. Вот вы не верили, теперь не верят вам. На вздор и пустяки мы тратим здесь мгновения, которые нужны для нашего спасения. Он может каждый час свою исполнить месть. Нет, всякой наглости граница все же есть. Едва ли он судом чего-нибудь добьется. Неблагодарность к нам всегда ему зачтется. Не обольщайтесь, он везде найдет ходы. Не обобраться с ним вам, милый зять, беды. Я повторяю вам, раз он опасный враг, ну как же вы могли толкнуть его на этот шаг? Ну что поделаешь, увидишь спесь злодея, уже я действовал собою не владея. Я искренне хотел бы, чтобы опять хоть тень согласия между ними завязать. Знаю я, как он вооружен опасно. Я же ему никогда не стала поднимать напрасно. Кто там?
что надобно ему. Я выходить сейчас не стану никому. Сестрица, здравствуйте. Нельзя ли повидаться мне с вашим барином? Он занят, и, признаться, не думаю, чтоб мог принять кого-нибудь. Да я и не хочу мешать ему ничуть. Мое вторжение он первый не осудит. И то, что я скажу, ему приятно будет. Вы кто? Скажите лишь, что я явился к вам от господина, мол, Тартюфа, как к друзьям. Там человек пришел, умильное обращением от господина, мол, Тартюфа, с сообщением для вас приятным. Что ж, вам надо бы взглянуть, что он за человек, дознаться, в чем тут суть. Быть может, он пришел уладить ссору. Так как мне отнестись к такому разговору? Вам надо подавить свой гнев на подлеца и речь о мировой прослушать до конца. Привет вам, сударь мой! Пусть небо вам поможет и ваших недругов навеки уничтожит. Начало схоже с тем, что я сказал вперед, и, кажется, сулит спасительный исход. Со всеми вашими я в стародавней дружбе. И был у вашего родителя на службе. Мне очень совестно, да. Простите, сударь мой, но я хотел бы знать, кто вы такой? Меня зовут Лоя. Горжусь нормандской кровью. Судебный пристав я по своему сословию. И с Божьей помощи уже я 40 лет. Ношу свой скромный чин и не страшусь клевет. Так вот, я с вашего являюсь дозволения одну повесточку вручить для исполнения. Как? Вы пришли сюда? Волнение вам не впрок. Ведь это, сударь мой, всего лишь ордерок. Приказ. Очистить дом и службу всем семейством. И вещи вынести, хотя бы с моим содействием, незамедлительно, дабы от сей поры мне, да, взять, да выехать. Да, будьте так добры. Едва ли нужно вам мое напоминание, что господин Тартюф хозяин в этом здании. Он вам наследовал вполне по силе дарственной, которая при мне. В ней все как быть должно, и не к чему придраться. Подобной наглости нельзя не изумляться. Сейчас я говорю не с вами, сударь мой, а с вашим батюшкой. Он слишком трезв душой, чтобы противиться законному орудию и в чем бы ни было перечить правосудию. Но знаю, сударь мой, что вы за миллион не согласились бы переступить закон, и мне дозволите, как муж добра и чести, мою обязанность исполнить в этом месте. А что, почтеннейший, коли вам здесь слегка почистят палкой сутяжные бока? Пусть сударь ваш сынок молчит или удалится. Не то придется мне решиться составить протокол по поводу обид. А у законника прибеззаконный вид. С хорошими людьми я и душой, и телом. И только потому занялся этим делом, чтобы быть вам, сударь мой, почтительным слугой. А то бы мог прийти кто-нибудь другой. И не проникнутый столь неподдельным рвением, себя бы проявил суровым обращением. Что ж, может быть, суровее я спрошу, чем выгнать из дома. Я вас не тороплю. До завтрашнего дня я посмотрю в полглаза на исполнение судебного приказа. Я только здесь у вас останусь на ночлег. Совсем тихонечко. С десятком человек. О, Боже!
Как когда-то мне было бы сладко 100 лучших золотых из моего достатка, чтобы по этому мерзейшему из рыл так двинуть кулаком, как только хватит сил. Оставьте все как есть. Покончим, сударь мой. Довольно с нас сейчас. Позвольте нам ваш лист, затем оставьте нас. Прощайте! Да пошлют вам небеса удачи. И разрази тебя с пославшим на придачу. А вот, матушка, моим смеялись вы словам. Судить об остальном теперь легко и вам. Его бессовестность, надеюсь, вам открылась. Я прямо сражена и как с луны свалилась. Вам и бронить его, и жаловаться грех. Он только подтвердил, что набожнее всех. Любовью к ближнему его душа сгорает, он видит, как людей богатство развращает, и хочет устранить, как милосердный муж, все, что препятствует спасению наших душ. Молчите! Целый день вас просят лишь об этом. Подумаем, каким бы вам теперь помочь советом. Пути иного нет, как о его делах оповестить весь свет. Не может плут не вызвать отвращения, и дарственные тогда не придадут значения. Господин Валер! А? Мне, сударь, очень жаль, что приношу сюда я горестную весть, но вам грозит беда. Один мой близкий друг во имя давней дружбы открыл мне то, о чем узнал по долгу службы. О государственной здесь тайне речь идет. Однако преданность мою к вам, сударь, взяв в расчет, мой друг решился мне послать уведомление. Бесстыдный негодяй, что втерся в милость к вам, отважился донос на вас подать властям. Проникнув к королю, ему вручил мошенник ларец с бумагами. Читай, бежавший, мол, изменник, на сохранение ларец оставил сей. Вы ж дерзостью скрывали. Короче говоря, указ есть об аресте. И стража послана за вами. С нею вместе сюда пожалует и сам ваш злобный враг. А он-то уж не даст вам убежать никак. Теперь он страшен нам. Таким путем предатель старается войти в ваш дом, как обладатель. Ей-ей. Животное призлое, человек. Миг промедления погубит вас навек. Там у крыльца стоит моя карета. Здесь тысячи луи. Прошу, примите это. Не будем времени терять. Вы даже скажете, необходим побег, чтоб выждать первый срок. Я предлагаю вам укрыться в верном месте. И до конца пути я буду с вами вместе. Увы, как многим я обязан вам сейчас. Но я благодарить теперь не в силах вас. Молю, чтобы небо мне возможность даровало когда-нибудь за все вам отплатить хоть мало. Прощайте. Помните, что если... В путь. Мы постараемся устроить что-нибудь. Тише, сударь мой. Куда вы так с разбега? Вам недалекий путь до нового ночлега. И волей короля я арестую вас. Предатель, этот нож ты под конец припас. Им насмерть ты меня разишь без сожаления и гнусные свои венчаешь преступления. Меня уже ничем не удивит ваш крик. Для неба я страдать безропотно привык. Да, отрицать нельзя, вы редкостный смиренник. Небеса еще сюда приплел мошенник. На вашу вспыльчивость спокойно я смотрю. Я знаю только долг, который я творю. Славнее поприще, чем ваше, есть едва ли. Вы почетную обязанность избрали. Почетна всякая обязанность, когда ее источник тот, кем прислан я сюда. Уже ли ты забыл, что я тебя как брата неблагодарный спас от нищеты когда-то? Я это помянул создателя моля. Но мой первейший долг есть польза короля. И долга этого божественная сила сейчас в моей душе все чувства погасила.
И я б ему обрек, немало не скорбя, жену, родных, друзей и самого себя. Притворщик! Нет, нельзя, чтоб все кричали сразу. Прошу вас, дайте ход монаршему приказу. Да, мы и без того уже довольно ждем. Вы очень кстати мне напомнили о нем. Чтоб выполнить его, прошу вас, потрудитесь идти за мной в тюрьму, где вы и выдворитесь. Кто, сударь, я? Да, вы. Но почему в тюрьму? Не вам намерен я ответить, почему. Тревогой справедливой, над нами царствует монарх правдолюбивый, монарх, чей острый взор пронзает все сердца и не обманется искусством хитреца. Он прозорливостью великой озаренный на все бросает взгляд прямой и неуклонный. Он увлечения не знает никогда, и разума его несдержанность чужда. Заслуженных людей он славой украшает, но рвение благих его не ослепляет, и вся любовь к добру не заглушает в нем ни отвращения, ни гнева перед злом. Напрасно этот плут свои раскинул сети, и поискуснее он распутывал, чем эти. Король велел, чтоб я изъял из рук бродяги и тотчас вам вернул все личные бумаги. Державной властью уничтожает он значенье дарственное, который тот снабжен, причем прощает вам преступную услугу в ущерб правительству, оказанную другу, и этим хочет вас вознаградить сполна за вашу преданность в былые времена, и этим показать, что он и против ожидания умеет отплатить за верность и страдания, что добрые за ним не пропадут дела, и что хорошее он помнит лучше зла. О, слава небесам! Теперь дышу я снова! Негаданный успех! И кто бы ждал такого? Ага, предатель! Вот! Нет, бросьте, милый зять! Себя злопамятством не стоит принижать. Разумные слова! Идем! Склонить колени перед величием его благотворений. Затем, исполнив долг для сердца, дорогой, подумаем о том, как нам отдать другой. Отметим свадьбою, что лучше нет примера, чем верная любовь и преданность. Вален. Thank you.
Thank you.